работу телеканала ННТ продолжают новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Трехсменки в школах и нехватка мест в детсадах должны остаться в прошлом. В Дагестане строится образовательное учреждение на 15 миллиардов рублей. Лазерный пинцет для микрочастиц. Ученые из Дагестана получили федеральный грант в уникальной области научных разработок. Государство поможет семьям призывников. Регионам выделят деньги из бюджета на пособие беременным женам призывников и ежемесячные пособия для их детей. Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России. Это решение прошло процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу. Отмечается, что проект в том числе поддержала Российская академия образования. За внесение изменений выступили органы управления образованием, подавляющее большинство регионов. Национальный родительский комитет ранее обращался в Минпросвещение с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Строительство школ и детсадов почти на 15 миллиардов рублей развернуто в Дагестане. Об этом сообщают в правительстве республики. Для ликвидации в школах трехсменки и решения вопроса нехватки мест в детских дошкольных учреждениях из федерального бюджета выделены значительные средства. Всего строится 77 социальных объектов, в их числе 57 детских садов и 20 школ. Часть соцобъектов возводится в рамках передислокации Каспийской флотилии в Дагестан. В этой связи власти республики обратились к президенту России с просьбой привлечь Министерство обороны России в качестве исполнителя работ по строительству. В нашей республике более 120 сельских семей получат новое жилье. В Дагестане продолжается реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Одним из ее направлений является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В этом году на эти цели выделено более 80 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета. Благодаря этим средствам 122 дагестанские семьи в селах смогут приобрести жилье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Квантовый прорыв. Аспирантка ДГУ Марьям Курбангаджиева получила грант Российского фонда фундаментальных исследований. Проект «Молодой ученый» связан с изучением квантово-оптических эффектов взаимодействия лазерного излучения. Теперь у исследователей будет дополнительная финансовая поддержка. В лаборатории побывала моя коллега Зумруд Гамидова, которая попыталась объяснить сложные научные формулы простым языком. Ей слово. Марьям Курбангаджиева не спортсменка и не чемпионка мира. Молодая и талантливая ученая разбила стереотип о том, что Дагестан – республика спортсменов. Марьям – победительница в другой области. Девушка работает над исследованием квантово-оптических эффектов. Реализация ее проекта предполагает разработку физических механизмов, лежащих в основе взаимодействия световых полей с атомарными системами. Изучение таких явлений – дело непростое, ведь в этих сферах не работают законы классической оптики. Которые вот мы проводим, это как раз-таки относится именно к этой сфере. Как мы знаем, я попробую попроще вот сказать, в классической физике, к которой мы привыкли, когда через вот свет проходит через какую-то среду, он просто поглощается. А здесь мы наблюдаем обратный эффект, то есть мы наблюдаем усиление света. Это как раз-таки явления, которые мы видим только в мире элементарных частиц, мы живем в макромире. Да? А то, что мы здесь исследуем, это вот микромир, это элементарные частицы. Такие современные технологии позволяют создавать интеллектуальные системы для осуществления трехмерных пространственных манипуляций с микрочастицами. К примеру, ученые разработали оптический пинцет – устройство, которое с помощью лазерного пучка перемещает микроскопические объекты, сохраняя их внутреннюю структуру. Проще говоря, с помощью света без механического воздействия можно перемещать отдельные атомы, частицы. То есть это можно применить в медицине, например, и так далее. Как-то вот регулировать частоту. Физикой молодая ученая заинтересовалась еще в школе, а с годами наука стала делом всей ее жизни. Марьям говорит, что это только на первый взгляд кажется тяжелым. На самом деле физическое образование позволяет говорить просто о сложном. Как говорит один из моих преподавателей, физика – это наука от Бога. Физика вокруг нас, если бы не физические законы, жизнь была бы наполнена чудесами.
Мы просто воспринимаем их как данность, потому что мы с детства с ними знакомы. И это очень, вот, знаете, приятно, с одной стороны, понимать, почему так происходит. Например, как мы все любим лежать, например, на мягком, нежели на твердом. А почему так, это тоже как бы объясняет физика. По ее словам, она и ее команда пытаются сделать некий шаг в будущее, чтобы жизнь каждого человека стала немного лучше. А ее научный руководитель убежден, что поддержка молодых ученых – одно из основных направлений в работе вуза. Ведь именно перспективные кадры определяют вектор развития России. Научной деятельностью фактически надо заниматься со школьной скамьи. Вот у нас в университете создан Центр поддержки и развития одаренных детей. Мы работаем уже с одаренными детьми, которые обучаются в школах. На базе нашего университета проходят различные соревнования, которые позволяют отобрать наиболее талантливых детей. Вот я вижу, что в университете очень много талантливой молодежи. И многие научные проблемы современные молодые решают быстрее. В планах на будущее у молодой ученой другие интересы направления в современной физике. Ну а отдохнуть от утомительных научных экспериментов помогают разные увлечения – прогулки на природе и чтение любимых книг. Но теперь, после получения гранта, интеллектуальная нагрузка, вероятно, станет больше, а рабочие дни в лаборатории гораздо длиннее. Зумруд Гамидова, Муса Салгреев, телеканал ННТ, Махачкала. Государство поможет семьям призывников. Регионам выделят деньги из бюджета на пособие беременным женам призывников и ежемесячные выплаты для их детей. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 8 сентября. Беременным супругам призывников полагается единовременное пособие в размере 28,5 тысяч рублей. Размер ежемесячных выплат на ребенка достигает 12 тысяч рублей. Как и другие социальные выплаты, эти суммы подлежат индексации. Для получения пособия стоит обратиться в любой орган соцзащиты, либо в ближайший многофункциональный центр. Администрация Центральной Джама-мечети Махачкалы объявила второй республиканский конкурс на лучшее чтение азана. Принять участие в нем смогут все желающие, независимо от возраста. Конкурсанты должны будут отправить видео с чтением азана на WhatsApp по указанному на экране номеру. Заявки принимаются до 1 октября. Далее пройдет отбор участников для приглашения на живое чтение. Финал состоится в Большом зале Центральной мечети столицы. Участников, занявших первые три места, наградят грамотами и денежными премиями. Первое место – 50 тысяч, второе – 30 и третье – 15 тысяч рублей. Как отмечают организаторы, мероприятие проводится с целью выявления лучших чтецов азана в нашей республике, обладающих красивым голосом, с возможностью их дальнейшего трудоустройства. В последние годы в Дагестане туристический бум, да и сами дагестанцы в полной мере освоили культуру досуга и приятного времяпрепровождения. Кофепитие является неотъемлемой частью образа жизни современного человека. В рабочие будни бодрящий напиток прибавляет энергии и настраивает на решение сложнейших задач. Ну а в выходные, наоборот, является прекрасным дополнением для отдыха. Подробнее в нашем следующем сюжете. Расул Али Галбацев – молодой предприниматель из Кизилюрта. Слово «молодой» здесь применимо в самом, что ни на есть, прямом смысле. Ведь юноше только 16 лет, а он не побоялся и уже решил попробовать себя в серьезном бизнесе. Чтобы сделать сказку были и воплотить планы в жизнь, Расул решил не откладывать реализацию своих намерений в долгий ящик. Приехал в Махачкалу и прошел все ступени роста в бизнесе своей мечты, чтобы изнутри своими глазами увидеть, как строится это дело. Направление, выбранное Расулом для ведения собственного дела, востребовано как никогда. В родном городе он открыл филиал кофейни под вывеской популярного дагестанского бренда ZM. И теперь все навыки, приобретенные в начале пути, пригодятся ему, чтобы строить самостоятельный бизнес. Сюда было вложено очень много труда, много сил, много вдохновения потрачено. И мы постарались здесь создать такой объект, который будет украшать наш город, наш любимый Кизилюрт. Разделить радость команды молодого предпринимателя пришли его друзья, коллеги и горожане, которых появление новой красивой точки на карте города не может не радовать. Вот кому хочу, как говорится, поблагодарить его, что вот такое молодое поколение у нас идет в бизнес, чтобы развивал бизнес, чтобы Кизилюрт не стоял на месте, он, как говорится, шел впереди, обгонял другие города.
Ровесники Расула, которые лишь немного младше начинающего бизнесмена, увидели на его примере, что расстояние между фантазией и реальностью не такое уж большое. Главное – следовать за своей мечтой и верить в себя. Алина Багилова, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ «Кизилюрт». И о спорте. Победил за 50 секунд и получил контракт с UFC. Дагестанский миксфайтер Алиас Хабхизриев минувшей ночью провел свой 13-й профессиональный поединок. На турнире главы UFC Дана Уайта в Лас-Вегасе боец одолел бразильца Энрике Шиджамото. Хизриев окончил поединок в первом раунде. Он перевел соперника в партер, проведя удушающий прием. Бой завершился спустя 50 секунд после начала. По итогам турнира Дана Уайт наградил дагестанца контрактом с лучшей лигой мира. Напомним, что Алиас Хабхизриев пока в своей карьере не знает горечи поражений. В 2018 году он был временным чемпионом Fight Nights Global. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.